Железнодорожники против мусора. Сотни сотрудников Красноярской железной дороги, независимо от должности, вышли на субботник. Проблема как-никак актуальна. Замусоренность территории вдоль путей достигла предела. Холмы и склоны нашего края застилают тысячи кубометров мусора. Удалось железнодорожникам улучшить ситуацию, расскажет Кирилл Белык. Транссибирская магистраль – это, пожалуй, одна из визитных карточек нашей страны. По этим путям ежедневно проезжает не один десяток поездов. И вот такую картину видят пассажиры. Мусором завалено буквально все. Ситуация действительно требует вмешательства. Если эти территории не приводить в порядок, то экологическая катастрофа, как бы громко это ни звучало, неминуема. С проблемой не первый год борются железнодорожники, объединяются и выходят на субботник. Собираем коллективы, берем в руки грабли, пакеты. Собираем мусор. Ну, как видите, меньше от этого ежегодно мусора не становится. Работают и проводим ежегодно. По идее, содержание этих территорий – дело муниципалитетов в районах края. Но, судя по всему, они не делают для этого практически ничего. Ежегодно во время недельного субботника железнодорожники собирают мусор на десятки самосвалов. Машины уезжают полными под завязку. И если в черте Красноярска ситуация становится лучше, то в соседних районах только набирает обороты. Сильнее всего замусорены территории вдоль магистрали в Березовском, Емельяновском и Манском районах и в городе Канске. Мусор преимущественно выбрасывают жители поселков, дачники и предприниматели. Причем это не просто банки и бутылки, а пережитки ремонта, резиновые шины и мебель. Машинист Владимир работает на дороге уже как 30 с лишним лет. Говорит, из окна поезда многое видно. Вроде как бы уберут опять, получается, этот мусор. И опять, и вот так. Верно выполнять. Как бы... Ну, постоянно. Пока не получается так, чтобы его не было. Все-таки это неприглядно и смотрится. И получается так, что около железной дороги проезжает, это все видно. Для железнодорожников очень важно, чтобы территории в окрестностях краевого центра и не только имели надлежащий вид. Ведь это железнодорожные ворота мегаполиса. А встречать гостей такими красотами просто-напросто стыдно. В преддверии грядущей универсиады в городе Красноярске и в Красноярском крае вообще... Конечно, хотелось бы, чтобы свалки стихийные не возникали в полосе отвода и возле полосы отвода железной дороги, потому что едут пассажиры, мы же ездим, все это видим. На магистрали прошла целая неделя под девизом «Мы делаем край чище». Кстати, в этом году железнодорожники вышли навести порядок не только там, где проходят пути. В парках, скверах и на улицах Красноярска трудились на субботнике несколько сотен работников дороги, независимо от чина. Просто неравнодушных к своему городу и краю людей. Кирилл Белык, Андрей Крупнов, Виталий Князев и Андрей Шелаков. Новости.